about. What did it say, Daddy? The name is Butler. They lower the food from the up down to the oh, yeah? Lower the down. Yeah. The name in English is Butler. 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 What is all the cooks have? So I'm gonna put my hand. You liar. Why come it's not moving? Have your it's so slow if you're walking. Oh. See, they have concerts here and plays. Uh-huh. But I'm on behind, around the front of the front of the. Yeah, hey Robert, these are great. Come on. We got one for you.
I threw an empty cake. Латинской Америки. В нем принимают участие представители 75 социал-демократических, социалистических и либеральных партий Западной Европы, Азии, Африки и Америки. Повестки дня. Обсуждение важнейших проблем борьбы за укрепление всеобщего мира, установление нового международного экономического порядка, укрепление демократии в Латинской Америке, ликвидации апартеида и других форм расовой дискриминации и угнетения. Завтра в Испании пройдут парламентские выборы. Около 29 миллионов испанцев, имеющих право голоса, должны избрать новый состав генеральных кортесов в парламент. На 560 мест в Конгрессе и Сенате претендуют 6500 кандидатов различных политических партий. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия выдвинула на пост председателя правительства Филиппа Гонсалеса. С конкретной программой социально-экономических мер за политику мира и нейтралитета выступают объединенные левые. Предвыборный союз, объединяющий 7 левых партий. Как уже сообщалось, в Париже завершилась Всемирная конференция по санкциям против российской Южной Африки. Найти средства, чтобы остановить расизм, заставить режим апартеида в Южной Африке прекратить насилие и террор, такова была цель Парижской конференции. Делегация Советского Союза во главе с заместителем министра иностранных дел товарищем Матвеевым. 5 дней шла дискуссия. Выступления носили жесткий обличительный характер. Резкое недовольство вызвало делегатов отказ Вашингтона, Лондона и Бонна принять участие в конференции. В докладе специальной комиссии «Американо-английское вето в Совете Безопасности против применения санкций к расистам» названо провокацией. Председатель Организации Африканского Единства, президент Сенегала Абду Диуф, заявил по поводу российского террора и его покровителей: преступления против человечности не оправдываются, за них наказывают. Глава советской делегации доказал, что за политикой покровительства расистам стоят многомиллиардные интересы, эксплуатация, ограбление природных и человеческих ресурсов Юга Африки. Советский Союз поддерживает правое дело, за которое борются сами африканские государства. Обмен мнениями шел и в кулуарах. Делегаты говорили о том, что... Father's not here. My father's in here too. Yeah. It says, and no, okay. And okay. Sylvia. Turn on the light.
weil die ein bisschen schon wieder mal renoviert werden. Das ist da oben, also beschrieben worden, da waren die 20.000 Mal, also insgesamt, das war 20.000 Mal geplant. Und 10.000 haben wir das verkauft. Eben durch die Eigenleistung. Mitmachen können. Da haben wir draußen eine große Tafel hingerichtet, da haben die Frauen was zu essen gemacht. So ein kleiner Imbiss und dann ging das wieder weiter. Ey. War wirklich schön. Ja. Ein paar Experten sind. Nein. Macht wohl nicht. Schon vor Jahren. Was ist denn da drin? Was ist denn im Haus drin? Das ist die Turnhalle. Die Turnhalle. Die wird aufgebaut. Ach so, und dann kann man da reingehen. Das wird erst hoch, wenn ich gut habe, you know, ich schwebe auf das Kopf. Oh yeah, you can see it. Was machen die dann damit, wenn sie es wieder rausgraben, jetzt wie letzte Woche? Weißt du, was die damit machen? Weiß ich nicht. Oh, this is only for 4 things.
But you can go on it. Why would someone want to go on it? Like, why didn't you do anything new? Hey, that's what I can do. It's nettles. That's what you fell into. Go fast. Don't you fat kid. I'm gonna put my hand in the fear camera every time. Robert's a big asshole. Johan, don't!
Zij hebben we al gemiddag. Ik heb nog van hem, baas. Sieht aus wie das Posthaus bald, ne? Thank you.
Casa. Casa? Yeah. It's the same here. Yeah. Die Lichtung regelt sich da völlig automatisch, ja. Mhm. Also der einstecken müsste, das heißt der Schlüssel. Ich hätte es am letzten Abend sitzen können, ausgehen mit dem. Horizont aus den Schrammsteinen. Long Rhine Sandstone Chain. Ganz dahin rein, ganz? Ja, vor ja, diesem, vor, nee, vor diesem Wald, vor diesem hohen Wald. Ach, vor diesem, also. Siehst du diese Felskette, die da vorkommt? Ja. Das ist die Schrammsteinkette. Da gleich. Ja, ja. Und hinter dem Lieblingsstein haben wir dann dasselbe nochmal. Hier drüben. Was ist das?